Да, я думал, что сейчас. Слушайте, Цваха или Астаруах? Ладно, давайте Астару возьмем. Против кого? И против 10-7 это уже понятно. Во всем остальном, не знаю, может даже 11-0. Посмотрим. Пока что 10-7 видно. Ребят, сетап очень хорош. Но попадают эти ребята почти всегда вниз списка. Кто-то настолько быстрым оказался, что уже сейчас начнет захватывать точку. А, нет. А это АФТ. Туровозка. Первая разведка уже сработала. Первый фраг уже есть. Какой-то сонный Турмс оказался на нашем пути. Ну, все. Теперь ты жди нас. Не бойся, не бойся. Больно не будет, но вот сейчас... Слева, конечно. Он мне каток снял, сволочь, а? Он мне снял каток. Захватывают Б, значит арту кидаем на Б. Вот на киберкотлетной графике, честно, вот во время арты, конечно, там тоже с видимостью прям проблемы, но не такие жуткие, как с такой графикой. Бывает, я вынужден просто стоять, смотреть, пока вот все эти эффекты не рассеется. Я столько сзади не выскакиваю, блин. Вот это хрень, конечно. Турмса пропустил. А вот этого заберу. Там одного пропустил, жаль. Там должен был делать x2 сразу же. Отстаньте от меня, блин. Все артиллерии мои, что ли, в этой катке. Он что, реально уехал сюда, да? Да, он поднялся сюда. Стой на месте. Я полчаса за тобой еду. Стой, не шевелись. Молодцом. Молодцом. Я вынужден сейчас отбивать точку Б, ребят. Иначе я бы это не делал.
Вообще я такой фигней не страдаю, но... Вот тут есть кто-то. Кто-то очень злой. И на Б есть кто-то. Ай, блин, а? Что за люди? А сколько фрагов сделал в итоге? Настя, тут 8 фрагов. Ой, блин, вот это, конечно, команда. Вот это команда красавчиков просто. Но я же говорю, если люди не играют, ты хоть убей. Они играть не будут. Не знаю, надо их палкой гонять, что ли. Все равно играть не хотят. Не попадаю вообще. Наверное, стоило сейчас зенитка, ЛВКВшкой резаться, да. Скорее всего, да. Очень много самолетов, мне приходится просто... Мне реально приходится очень жестко осторожничать. О, блин, ну. Чел, ну ты серьезно, да? Охренеть просто. Вот как назвать такой бой? Да, точно, сейчас с зениткой надо резаться. Трижды не пробил НЛД совету ЦВХой. Трижды, ребята, трижды. Один есть. Еще один есть. Вертолет где-то был. Ай!
Вот и вертолет. Оу, извини, Анто. Ну, извините, кто заказывал ядерку на стриме? Получайте, распишитесь. Я даже не заметил, что уже нафармил. Вроде бы полоска позволяет, вроде бы с авиацией все разобрались. Посмотрите, один я остался и в одиночку буду пытаться сбросить ядерку. Сейчас все толпой поедем отмечать это дело. Осталось сбросить. Хотя за эту команду, честно, я не хочу сбрасывать ни черта. За эти... Вот этого человека, который 5 раз умер и каждый раз резается, я готов бросить бомбочку. За всех остальных нет. Чисто ради этого парня. Так, сейчас бы не разбиться. Это насчет везения, что вот каждый раз мне говорят, что вот тебе повезло, повезло. И т.д. и т.п. Да! Получайте. Распишитесь в одиночку. А я попью кофе, пока анимация ядерки. Кстати, многие из вас могли не заметить, но вот СТРВшка, я вот что творил, ребят, он вообще базовой комплектации. Экипаж уровня 1 и экипаж базовой комплектации. Нету никаких экспертов, ничего нету. Сейчас покажу вам. Жирный лайкос. Спасибо, ребят, спасибо. Вот в начале стрима заказали, сделали. Просто разнес в пух и прах. Ой. Ну посмотрите, сейчас покажу мои экипажи просто. Офигеете. Так, в итоге 11 фрагов. Ну что это? Что это вообще такое? Как так можно было слиться, а? Да, ладно, отдельно выложим этот бой и сейчас показываю экипажи. Сейчас угарнете просто. Лазерный дальномер давай, а то иногда хочется, а нету. В общем, завершить. Вот. Первого уровня экипаж и базовая комплектация. А большую часть фрагов я на нем сделал. 8 фрагов на нем. Потом меня слили. Потом, в общем, позорный выход на ЦВ. Трижды не пробил НЛД. И потом уже добил ядерку на зенитке. Сбив, во сколько? 2 или 3 самолета? 2 самолета.